Акинфеев ушел из сборной России. У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры национальной сборной, заявил Акинфеев. Вратарь также назвал локальным успехом выход сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. 32-летний Игорь Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. Вместе с командой он завоевывал бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года. На домашнем мундиале вратарь сыграл в каждом из матчей, а два его сейва в серии пенальти с Испанией позволили национальной команде выйти в четвертьфинал турнира. Всего за сборную Акинфеев провел 110 матчей. На клубном уровне вратарь на протяжении всей своей карьеры выступает за московский ЦСКА. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!